Всем привет! Вот хотел бы спросить у вас, как вы считаете, вот после этого наводнения в Крыму, там, с этих всех потерь, которые были в Крыму, связанные с этим наводнением в Ялте, в Керчи, как вы считаете, российская, так называемая, власть возместит эти все ущербы или нет? Кто покроет этим крымчанам потери за то, что было наводнение, так называемые, так сказать, издержки, потерю автомобиля, бизнеса какого-то, имущества и тому подобное? Кто будет возмещать это все? Возместит это так называемая российская власть или кто будет возмещать за это все? Как вы считаете, и удастся ли этим крымчанам, жителям Ялты, вернуть, так сказать, хотя бы какую-то долю своего имущества, или все-таки нет? Как вы считаете? Я считаю, что никто ничего не вернет этим крымчанам, и ждать нечего. Так что, так сказать, держитесь, но денег нету. Всем удачи! Берегите себя, напишите в комментариях, что вы думаете по этому вопросу. Может быть, кто-то другого мнения, чем я. Удачи всем!